Однажды Али, обычный мальчик, живущий в маленьком городке, однажды во время мощного метеоритного дождя находит волшебный камень. Этот камень наделяет его невероятными способностями, и Али становится супергероем, получив имя «Летающая молния». Новые способности Али не ограничиваются его способностью летать. У него также сильный интеллект и честное сердце. Летающая молния, защищающая горожан от зла, сталкивается с появлением загадочного злодея. Этот злодей пытается захватить город, но летящая молния сопротивляется своей смелостью и скоростью. После тяжелой борьбы Учан Йылдырым завоевал всеобщее восхищение как герой города. Однако его самая большая сила — это доброта и отзывчивость в его сердце. Летающая молния подает пример всем и показывает, что настоящий героизм приходит не только с физической силой, но и с внутренней красотой. А летающая молния продолжает летать над городом, всегда готовая и всегда готовая помочь, как супергерой маленького городка. Однажды Али, обычный мальчик, живущий в маленьком городке, однажды во время мощного метеоритного дождя находит волшебный камень. Этот камень наделяет его невероятными способностями, и Али становится супергероем, получив имя «Летающая молния». Новые способности Али не ограничиваются его способностью летать. У него также сильный интеллект и честное сердце. Летающая молния, защищающая горожан от зла, сталкивается с появлением загадочного злодея. Этот злодей пытается захватить город, но летящая молния сопротивляется своей смелостью и скоростью. После тяжелой борьбы Учан Йылдырым завоевал всеобщее восхищение как герой города. Однако его самая большая сила — это доброта и отзывчивость в его сердце. Летающая молния подает пример всем и показывает, что настоящий героизм приходит не только с физической силой, но и с внутренней красотой. А летающая молния продолжает летать над городом, всегда готовая и всегда готовая помочь, как супергерой маленького городка. Однажды Али, обычный мальчик, живущий в маленьком городке, однажды во время мощного метеоритного дождя находит волшебный камень. Этот камень наделяет его невероятными способностями, и Али становится супергероем, получив имя «Летающая молния». Новые способности Али не ограничиваются его способностью летать. У него также сильный интеллект и честное сердце. Летающая молния, защищающая горожан от зла, сталкивается с появлением загадочного злодея. Этот злодей пытается захватить город, но летящая молния сопротивляется своей смелостью и скоростью. После тяжелой борьбы Учан Йылдырым завоевал всеобщее восхищение как герой города. Однако его самая большая сила — это доброта и отзывчивость в его сердце. Летающая молния подает пример всем и показывает, что настоящий героизм приходит не только с физической силой, но и с внутренней красотой. А летающая молния продолжает летать над городом, всегда готовая и всегда готовая помочь, как супергерой маленького городка.